Здравствуйте. 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 А что вы вообще с ними все пьете? Ссоримся здесь. Места не было. Здесь и ссорим. Ну кто пьет? Ну бутылка или здесь? Это до этого было. Жители одного из многоквартирных домов позвонили на пульт 102 и пожаловались на шум во дворе. Прибывший наряд полиции обнаружил в беседке компанию, которая не только распивала спиртное, но и собиралась комфортом заночевать во дворе гостеприимного дома. Полицейские составили на правонарушителей протокол об административном нарушении. Теперь бездомных ждет штраф 10 минимальных расчетных показателей. В Шымкенте проходят рейдовые мероприятия по выявлению лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии, и граждан, незаконно владеющих огнестрельным оружием. В ходе рейда полицейские проверяли водителей, а также досматривали салоны и багажные отделения автомобилей. При досмотре одной из автомашин полицейские обнаружили краденые автозапчасти. Водитель автомобиля не только не признала факт установки на машину ворованных автостекол, но и отказалась подчиняться требованиям стражей порядка. На девушку водителя был составлен протокол об административном правонарушении. Помощь спасателей понадобилась жителю Шымкента. Мужчина, выйдя во двор по делам, захлопнул дверь и не взял с собой ключи. После безуспешных попыток открыть дверь самостоятельно, хозяин квартиры вызвал спасателей. Осложняла ситуацию кастрюля с супом, оставленная на включенной газовой плите. Прибывшие по вызову специалисты за несколько минут взломали замок. К счастью, пожара не случилось, и даже суп на плите выкипел не весь. Владелец квартиры поблагодарил спасателей и пообещал быть бдительным, не оставлять без присмотра квартиру, а тем более включенную газовую плиту.